Я вижу, что сейчас творится в связи с избирательной кампанией. Вы, а также члены избиркомов, испытываете колоссальный прессинг. Дошло до того, что на членов избиркомов сыплются угрозы и оскорбления. Но вы должны знать, государство вас не бросит. Оно вас защитит. Мы найдем. Мы нашли управу на этих экстремистов. Поэтому даже не парьтесь и не переживайте ни за свою жизнь, ни за свою безопасность, ни за безопасность ваших детей. Я вам это гарантирую. Тем, кто хочет другого президента, идите не на площадь, идите на избирательный участок и голосуйте. Но не забывайте, что президент – глава государства, вашего государства, который по Конституции олицетворяет единство нации, который является лицом страны, вашим лицом. А те, кто уже на стадии электоральной кампании делает ставку на протестное настроение, делит народ на своих и чужих, разорвут сначала общество, потом страну на части. Так было всегда. Посмотрите вокруг. Мы никому не закрываем рот. Любая критика, любые мнения, любые споры – все возможно. Но строго в рамках закона. Разрешена акция. Приходи, высказывайся, как это сейчас и происходит. Запрещена, имея в виду, что это прямое правонарушение. И нарушителем является не только организатор, но и любой участник этой незаконной акции. Мы не требуем ничего сверхъестественного. Выполняй закон, действующий в стране. А если нарушен, реакция будет мгновенной. Отпор самым жестким.